Реально танк не танкует почти. Так не почти. Танкует только при одном условии, когда у тебя торчит только башня, тогда он танчит. А когда у тебя торчит немножко корпуса, все. Танкование в ту же секунду отключается. Чисто вкл-выкл получается какой-то. Най-най-най-най-най-най. Тара-тара-та-тара-та-тара-та-та. Вы сейчас думаете, что он делает? Куда этот дёб едет? А, в натуре куда я еду? А я что-то не думал, что там есть прострел. Так я умер. Меня тестолет сейчас добьет. Все. О чем я думал? О чем я думал? Извините меня, пожалуйста. О чем я думал? Господи, что это было сейчас? Думал, тут нет прострела. Я думал, они типа стоят внизу. Ну, вы поняли, да? Они стоят вот тут. Как бы вот здесь, в этих позициях. И я спокойно себе проезжаю вот сюда. И тут играю против 268. А они там залазили. Вазик залез наверх, а тестолет вообще играл с верхней точки. И в итоге меня просто... А мы еще и бой проиграли.